хэдшот, попал прямо в хэдшот. Застрелил меня, ушел. И за ней тоже пошел. Привет, с вами я, Гео Райдер. И мы катаемся ночью. Со мной. Ладно, не ночью. Ну, 10:30. Очень темно. Катаемся на двух BMX. Вообще, летом 10:30 даже солнце было, но сейчас почему-то нету. Очень сложно кататься. Особенно разгоняться одной рукой. Да, я поддержу. Нет. А, на моем тебе шатуны надо будет закрутить на бэме. Да. А, короче, на мой канал не выходили видео, потому что без проблем. Тебя все равно не слышно, и то на твоем канале будет это записываться, а не сейчас, в данный момент. Данный момент — это мой канал. Да, я одной рукой. Очень сложно. Опасные покатушки от первого лица. Разгоняемся, давай. Васек. Вы знали, что маленькое сиденье для здоровья. Колен очень плохо. Колено убивает, потом в 20 или 30 лет всякие уколы, шприцы надо делать. И уже в 40 у тебя колено будут как у старика. Врёшь ты. Да. Приехал. Едем направо. Едем, едем в соседнее село. Ладно, не поем эту песню для старичков. Валим, валим, валим на BMX-е. Походу, мы скоро вернемся. Мы же на своей дороге ездим, чё он сигналит? Уже сложно стало аж крутить. Давай сюда. Ребят, пожалуйста, поддержите нас подписчиками и лайками, прошу вас. Я хочу где-то за пол до день рождения хотя бы накопить 50 подписчиков. У меня день рождения будет 25 июля. Кстати, молния произошла сейчас. Гром. Пожалуйста, подписывайтесь, я вас умоляю. Я хочу набрать до своего день рождения хотя бы 40 подписчиков. Не говорю уж про те 50. Я очень вас прошу. Я делаю слишком разнообразный контент. Бывает, игры снимаю. Бывает, вот такие покатушки на веселые покатушки на BMX или где-либо. Ой, песок в глаза начал улететь.
пожалуйста, ну, подпишитесь, ставьте лайки. Только это и надо мне. Катаемся. Лука куда-то исчез. Бля. А вон он. Лука! Да, тебе на лицо накакала птичка. Пошли отсюда, посмотрим, что там. А? Прикольный дорог. Я и так устал. Видео не выйдет большим. Где-то 8-5 минут. Где-то так. Но сейчас больше где-то 5 минут. Кошка. Я сейчас без рук катаюсь, чтобы вы знали. Вот, моя рука, вот съемочная. Ой. Ой. Все, я держу. Ничего себе. Лука, я вот думаю таймлапс записать, но нет, не вариант. О, не врезайся. Ну, потому что много места занимает. А где? А мы? Где церковь неподалеку? Налево. Видео свежее. Сзади машина. В общей сложности я максимум 10 минут записываю видео, а потом выкладываю в YouTube. А вот мы уже на своем районе катаемся. Мы возле Карфура. Ой, то есть на Зылбе. Опасные покатушки, пацаны. Ой, фура едет. Так, едем в наш район. Кошка! Чуть.
педаль не соскользнула. Вот красиво вдали молния бьет. Лука, сюда. Вон туда. Да. Не надо меня подгружать. Ладно, Анна. На этом, пожалуй, все. С вами был я, GeoRaider. Пожалуйста, подписывайтесь и ставьте лайки. Просто на моем канале больше всего просмотров без подписки. Просьба, пожалуйста, подпишитесь. На него тоже. Ребята. Да. Удачи.